Очень вкусно. Только не хватает лимона. Девочки, девочки, Эрика! Эрика, успокойся. Что случилось? Не обижайся, Ася. Этой девочке всегда что-то не нравится. Это из-за растения. Она в опасности. Что? Ее укусил маленький кактус? Сейчас не время шутить. Ей нужна помощь. Пойдем. Последний раз спрашиваю, как вы пришли сюда? Отпустите мою подругу! Сейчас же! Ха, думаю, вашему другу нужно дать урок. Держите. Может, вы знаете, где находится Винкси? Это мы, Винкс! Думаешь, я дурак? Вы не Винкси. Я слышал, что глава Винкса обладает силами пламени дракона. Блум? Значит, ее имя Блум. Наконец-то мы узнали, кто теперь главный Винкси. Вы вообще ничего не понимаете, если бы мы не уничтожили Блум. Тит болтать, девочки! Превращаемся! Я не фея, я ведьма. Ведьма! Понятно. Значит, вы защищаете ведьму. Знаете, кто вы такие? Вы все предатели. Я всем вам желаю смерти. Растения, готовьтесь к бою! Ася, уведи Элерику в безопасное место. Нет, я останусь здесь и буду сражаться. Воздушный шар. Это невозможно. Попробуй попасть в меня, фея. Я люблю ярость. Энергия света. Мне хватит. Ты разозлил меня. Сила ярости! Неплохая попытка, детка. Темный шар. Как смело. Откуда учился использовать темную магию? На Алфее. Темная тьма. Опасная магия для природы? Хорошо учился, но она тебе не поможет. А!
конец урока. Бесславная стрела! Это все. Но почему моя магия не действует? Скорее! Бежим, где Селина! У нее был портал. Древесины. Бывает везде. Что это такое? В жизни не видела такое растение. Подойду поближе. Надеюсь, это не опасно. Отпустите меня! Стой! Я сказал тебе стой! Я чувствую, что ты сильно напуган. Интересно, как вы пришли сюда? Наверное, вы перемещались сюда с помощью вот этой штуки. Я заберу его с собой. Нет, он забрал портал. Верни ее! Я вас больше не буду держать. Приятного аппетита! Солнечная сфера! Унафата, мои силы лучше, чем твоя магия. Тогда попробуй это. Алмазный закон! Вы не можете победить меня. Природа всегда в нашей стране. Светящееся солнце! Было довольно весело. Давайте вместе веселиться. Лазерная ясность! Нет, слишком горячо. Я не могу сдерживать долго. Потерял много сил. Сейчас не можешь использовать магию без языка. Эй, а ну отвечай, где Блум и как пришли сюда? Не трогай ее! Элорика, фея! Природа, я тебе даю последний шанс. Расскажешь, где находится Блум, а мы вас отпустим. Подумай, Элрика, мой мир умирает. Это все из-за Блум. Присоединись к нам. Вместе мы уничтожим Блум и спасем природу. Никогда, никогда я не стану убивать Блум. Тогда прощай.
жаль тебя. Эй, что ты делаешь? Я еще не попробовала покушать. Ты куда собрался? Отвезите ее в пещеру, она нам понадобится. Хорошо. Сакура, помоги! Ай! Отпустите меня, что вам надо? Где я? Она проснулась, Гэтсби. Эй, уберите вот эту штуку от моей головы! Не могу дышать! Хорошо, только забыла сказать волшебное слово. Пожалуйста. Вот вы гады! Полегче, красавица. Где Элэрика и Уна? Что с ними сделали? К сожалению, их теперь нет. Можешь забыть про них. Лучше отвечай на вопрос, как пришли сюда. А если не скажу, что будете делать? Плохо будет. Да, будет очень плохо. Останешься без языка. Правда, Гэтсби? Нет, если она останется без языка, кто будет рассказывать? Гэтсби. Наверное, они перемещались вот в эту штуку. Что это? Видимо, телепортация. Ну как он работает? Ха. Эй, девочка, можешь сказать, что это такое? Это мяч? Я выгляжу как глупый. Вы пришли сюда с этой штукой. Как она работает? Хм. Засунь его в рот. С тобой разговаривать бесполезно. Наверное, просто сказать название планеты. Может, сказать волшебное слово? Да! Давай, открывай круг и скажи, где находится Блум. Я попробую. Давай, отлично. Эй, она убегает. Я поймал. Простите, растения, я не успел. Она способна открывать портал. Хорошо, теперь у нас тоже есть портал. Отлично, осталось найти Блум.